Всем привет, с вами Герман. Ну и не теряя времени, мы идем на следующую локацию. Продолжаем наше путешествие в этой замечательной игре в The Long Dark. Так, давай, выходи. Так, все, погнали. Что у нас тут с собой есть? У нас практически перевес. Всего понемногу у нас есть. Думаю, пару дней мы еще протянем. Пойдем с флайером в руках. Он отпугивает волков. Я надеюсь, что когда-нибудь он спасет нам жизнь. Хотя, конечно, не очень хотелось бы встречаться с волками и медведями, но все же хочется надеяться, если такое у нас произойдет, рано или поздно, но произойдет уж точно, то этот флайер спасет нам жизнь. Давай, погнали, быстрее. Вот наши следы, кстати. Давай, Travel to Revine. Это, я как понял, промежуточная локация между первой и второй локацией. Так, мы идем по железнодорожным путям. Знаете, они как-то выглядят не очень ухоженные. Видите, снег засыпал их. Тут явно никто не ездит. Не знаю, как давно ее забросили, но зимой ее точно никто не использует. Какие-то деревяшки старые уже. Вот этот вот мост, не кажется мне, это... Ну что, из чего он сделан? Ой-о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 й
Нехорошо, мы провалились сквозь текстуры. Сэндбокс. Ну, давайте еще раз. Как-то у нас не очень. А нет, давайте. Я надеюсь, у нас получится, нет? Через главное меню. Давай, загружайся. Я хочу сразу же на вторую локацию. Пожалуйста. Так, я на первой. Выходим отсюда. Давай, выходи. Не туда нажимаю. Так, давай. Сэндбокс. Давайте первый уровень сложности, потому что не хотелось бы так умирать от того, что на вас нападает волк. Хотелось бы пожить в этой игре подольше. Хотелось бы больше ресурсов. Так. Давайте. How long can you survive? Как в этой игре? Так, ну, моя смерть была вообще наиглупейшей. Моя смерть произошла чисто из любопытства. Что же там внизу? Из чего сделано? Так, на новой локации. Понятно. Локация огроменная. Ну, пошлите на соседний остров. Посмотрим, что там. О, смотрите, я сразу домик уже увидел. Отлично. Вон там, кстати, вороны рядом с трупом кружатся. Так, давайте туда побежим. Давай, беги. Я, кстати, на самом деле немного знаю эту локацию. Я смотрел видео в интернете. И я знаю, что вот на этом Джек... Что это за остров там сейчас? Я прочитал, успел только. Рэббит. Ну, короче, Заячий остров, пусть будет так. На этом Заячьем острове, вон, в той хибаре, может быть ружье. Будет круто, если я прямо в самом начале игры найду себе ружье. Так, поднимайся, пожалуйста. Ой. Давай, беги. Мы уже почти дошли. Небольшой такой домик, но он очень уютный внутри, я надеюсь. И я думаю, что там есть чем поживиться. Так. Ага. Темно. Давайте зажжем спичку. Тут есть такое? Как спичку открыть? Equipment. Спичка. Как у нас? Страйк. Сжечь. Давайте со спичкой будем ходить. Так, тут у нас ничего нет. О! Это нам понадобится. Тоже пригодится. Но тут... О, спички. Отлично. Берем спички. Спичка, кстати, долго у нас горит в этой игре, но... Это даже хорошо. Так, как ее еще раз зажечь? Ладно, давайте зажжем fire. Flare. Ой, такой красный огонь, но... Ладно, пусть будет. Хоть какой-то. Ой. Глазам как неприятно. Ну ладно, ладно. О, холодильник. Может быть, у нас в холодильнике что-нибудь есть? В холодильнике ничего. А в морозилке? В морозилке, может быть, какое-нибудь замороженное мясо? Нет, в морозилке у нас нету ничего. А вот тут что есть?
В духовке. В духовке тоже ничего нет. Какое у нас сегодня число? Не написано. Жалко. Так. Еще один кабинет откроем. И еще. А, одни спички в доме. Ничего больше нет. Ну, но еще крекера. О, тин оф кофе. Кофе нам тоже пригодится. Кофе очень питательное. Так, сардины. Все, что видишь в этой игре, нужно брать, потому что от любой... Так, грейп-кода. Кода, что? Сода. Так, я что-то еще видел. Давайте. Кстати, флеер очень долго горит. Так, тут у нас сломанная дверь. Там что-то лежит. Что это? Кэнди бар. Энерджи бар. Так, давай, ищи. Может быть, что-нибудь выпадет? Вообще не богат домик лутом, я скажу вам. В прошлых сериях нам везло больше. Отлично, собачья еда нам попалась. Но собачья еда, кстати, съедобна. Люди ее вполне могут есть. И специально я где-то слышал, что типа на случай войны специально делают так. О, я что, не взял, что ли? Ой, куда я дропнул? Подбирай. Собачьи консервы специально делают съедобными для людей, чтобы на случай войны, если там пищи не будет никакой, люди могли взять собачью еду и спокойно ее съесть. Так, перчатки, все пригодится. Это, правда, рукавица, но... Ух ты, какая крыша. Я думал, тут есть второй этаж, но... так, антибиотики, вода. Тут что-нибудь есть под кроватью. Ой, тут все... Тут тоже кто-то искал лут. Так. О, бутс. Бутс нам пригодятся. Нет, ничего еще. Simple tools. Simple tools usable for basic creating and repair. Ладно. Repair — это хорошо. Так, я знаю, что вот тут есть, да, унитаз. Можно в унитазе набрать водички. Так. Take all. Водичка из унитаза. Отлично. На. В зеркале мы не отражаемся, к сожалению, но нам это сильно-то и не мешает. Так, тут... О, сейчас бы пропустил. И неужели в этом доме нет ничего? Еще чего-нибудь нету? Так, это я открывал? Нет, это я не открывал. Так, это мне не надо. Какой-то у нас бедный домик на лут. Может быть, ружьишка где-нибудь лежит? А, нет, я думаю, что тут нету ничего. Ладно, мы все посмотрели. Это у нас получается еще одна дверь на выход. Хорошо. The outdoors. Давай, выходи. Очень долго этот флеер у нас горит. Так, давай, выходи. Жалко, у нас не осталось... А, нет. Наверное, не будет моего лута. О, я вижу какие-то ягодки. Я думаю, что их можно залутать. Так. Я взял какие-то ягоды. Как мне флеер убрать? Давайте его кинем. О, отлично. Пусть горит. Куда пойдем? Я даже не знаю, куда пойти. Я вижу там волка. Мне это не нравится. Вон туда пойдем. Что это такое? Домик какой-то прям на льду. Возможно, это какой-то домик рыбака. Знаете, рыбаки иногда уезжают на рыбалку, ставят прям на льду домик, и там прям лежат и рыбачат. Лед. Такой голубой. Так. Тут есть печка. Ну, печку мы сейчас не будем зажигать, потому что она нам не нужна. Это, я как понял, крючок. И скрэп метал. Скрэп метал — это металлолом у нас. Так, я знаю, что в этой игре, да, можно ловить рыбу. Если мы найдем леску, крючок мы уже нашли с вами. О, смотрите, белочка. Белочка, иди сюда. Нет, белочка нас... Ой, там волк. Пойду-ка я отсюда. А куда идти-то? А, вон какие-то домики вроде. Нет, это не домики. Ну ладно. Там хоть какие-то признаки цивилизации есть.
Пошлите туда. Давай, давай, давай. О, вон домики. Все, бегу туда. Прям спешу. Ой, там опять волк ходит. Мне не нравится это место. Тут слишком много волков. Голодных волков, которые ждут добычи. Легкой добычи. А мы с вами самая легкая добыча. Так, давай. Беги. Какие-то буйки стоят. Возможно, это была пристань какая-то. Точно, пристань. А где домик я видел? Ну, сейчас найдем, я думаю. А вон домик, все вижу. Давай, давай. О, там волк, там волк, там волк, там волк. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Где волк? Убежал. Закрыто. Бежим отсюда. Бежим в домик скорее. О, там, там газовый баллон. Я могу с ним что-то? Нет. Взаимодействовать не могу. Бегу в дом. Трейлер. Отлично. Что у нас есть в трейлере? О, лампа, лампа, лампа. Сразу беру лампу. Лампа очень нужна. Давайте ее зажжем. О, тут даже есть топливо в лампе. Отлично. Так, 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 быстренько, быстренько лутаемся. Возможно, тут что-нибудь оставили. О, джерикан. Контейнер. Это нам все пригодится. О, опять кофе. Тут у нас есть что-то, тут у нас ничего нет. В общем-то и все. Так, о, еще ткань есть. Так, давайте это все потушим и посмотрим, что у нас с едой. Подождите, я не посмотрел. С едой я, в принципе, немного голоден. Давайте покушаем. Так, кушать, кушать, кушать. Что я могу сейчас поесть? Ну, легкое что-нибудь. Давайте вот это съедим. Крекеры. Соленые крекеры. Значит, от них вам захочется пить. Ну, давайте сразу водички попьем. Простой водички, которую мы набрали из унитаза. Так, отлично. Попили, поели. Время еще спать рано. Ну, давайте уже в следующей серии продолжим наше путешествие. А с вами был Герман. Всем удачи. Всем пока.